На красочном рекламном стенде крупно написано с заглавной «Рождество». В преддверии Рождества повсюду шумно. А что такое в сущности оно? Родился кто-то, видимо, на свете. Скажите, кто родился в этот день? И взрослые теряются, как дети. Им думать над вопросом этим лень. Ведь главное событие, не личность. Вот праздник государственный введен. А кто родился? Скажут по привычке. Христос родился. Да, наверное, он. И вот с таким познанием встречают великий этот праздник каждый год. Накроют стол, друг друга поздравляют. А кто родился, не берут в расчет. Не странно ли, справляя день рождения, не чествовать виновника душой? Постойте, люди, во Христе спасенье, родился Бог, неся земле покой. В день Рождества вы Библию откройте, не в яствах почитания Христа, и говорить вам Господу позвольте. В евангельских страницах красота. Они расскажут ясно план спасения, зачем Иисус рожден был и распят. Он за грехи людей терпел мучения, чтоб рай открыть и в прах повергнуть ад.